Я, мой ребенок, которому 2 года, муж и его семья, мы жили в подвале 19 дней. Я жительница Мариуполя. Из города я выехала. Мы выбрались из города под бомбежку на свой страх и риск. Но там остались мои родные друзья. Им нечего кушать, нечего пить. Люди умирают под завалами. Мои родители остались в городе. Я не знаю, есть ли у них еда, вода. Мой город превращают в пепел. Люди находятся в стане апокалипсису. Люди в 21 веке сегодня умирают под обстрелами, умирают в подвалах от жажды, голода и холода. Город не эвакуируют, там настоящий ад. Никто не идет на помощь, никто не слышит голоса умирающего города. Мы уже столько времени обращаемся к Красному Кресту, ищем своих родственников, которые сидят по подвалам. Они не имеют никакого доступа до харчів, до ліків, до води. Вони дійсно виживають в прямому сенсі. Я не уявляю, скільки людей там зараз вже загинуло від наводнення та під завалами. Та це не чоловічі умови. Младенці вмирають від голоду. Навіть в блокадному Ленінграді була дорога життя. Наші пожилі батьки, дідусі і бабусі не можуть вибратися з підвалів. Це геноцид українського народу. Моя бабушка, которая ребенком прошла Вторую мировую войну. Мы уже 3 недели ничего не знаем о ее судьбе. Я уверена, что она и представить себе не могла, что ее ночные кошмары повторятся в таком масштабе. Украина не может своими силами врятувати Мариуполь. Необходимо организовать гуманитарный коридор для того, чтобы эвакуировать жителей. Договоритесь, сделайте какой-то коридор. Людей просто массово вывозят на территорию России, как скот. I demand that a humanitarian bridge be opened up now. Помогите, пожалуйста, эвакуировать. Я требую немедленно эвакуировать людей из моего родного города Мариуполя. Вимагаю негайно евакуювати населення Маріуполя. I demand the immediate evacuation of the civilians in Mariupol. Пожалуйста, сделайте зеленый коридор. Помогите вывести людей. J'exige l'évacuation immédiate des civils de Mariupol. Я требую эвакуировать жителей Мариуполя. Y exijo la evacuación inmediata de los civiles de Mariupol. Вимагаю негайно евакуювати жителей Маріуполя. J'exige l'évacuation immédiate des civils de Mariupol. Я требую евакуировать мирных жителей из Маріуполя. Будь ласка, зробіть щось. Всі, хто мають можливість щось зробити. Город уже практически уничтожен. Сейчас он состоит из руин и умирающих под ними тысяч жителей. Только полная остановка огня и организация работающих гуманитарных коридоров может спасти тех наших близких, кто еще жив. Прекратите огонь по мирному городу. Дайте им шанс. Я требую немедленной эвакуации жителей Мариуполя.